Всем большой привет! Сынуль, поздоровайся со всеми. Привет! Да, мы сейчас немного приболели, сынулька не в садике, и пришла большая радость, коробочка Icebox, и целых две в июле, потому что 9 июля я родила второго сыночка, и компания Icebox не обошла этот момент, и, видимо, прислала еще и для младшенького. Да, и, девчонки, после этого видео постепенно я буду выкладывать старые видео, которые я еще не выложила, и, конечно же, обо всем о насущном поговорим, о беременности, о родах, у вас куча-куча различных вопросов, поэтому обязательно будет много интересных видео. Итак, коробочка у нас под названием «Праздник игрушек». Первая игра «День сырка», можно играть и детям, и взрослым. Кидается кубик, и суть в том, что нужно собрать как можно больше дырок от сыра, но не попасться вот на эти мышеловки. И можно выбирать различную стратегию. Необычная раскраска «Дизайн студия» от Эрви Тюлли с различными трафаретами. Можно все это обвозить. Олежка у нас очень любит разукрашки, у нас их очень-очень много. Также нам попался готовый набор оригами из серии драконов. Здесь есть пошаговая инструкция, как все это можно уже сделать самостоятельно. Будем дракончиков делать. Уже, да. И мы очень любим вот такие наборы для творчества, съедобные. Всегда лепим с сынулькой. На этот раз у нас мороженое. Все здесь уже приготовлено. Есть инструкции, по которой можно все это сделать. Различные все приспособления. В общем-то, все готово. И с удовольствием будем с сыном опять все это делать. Да, сыночек? Mm-hmm. Да. Понравилась тебе эта коробка, да? Здорово, как обычно, Icebox молодцы. Так, ну и давайте теперь посмотрим, что же положили нам для Марка, младшенького. Первый его будет коробочка от Icebox. Ой, какая прелесть, посмотрите, здорово. Мяч, который светится. Малыш может к нему тянуться, трогать. И при этом развиваться. Можно это подвесить над кроваткой, над коляской. Это мне? Это тоже книжка для Марка, но пока ему рано. Мы будем с тобой читать ее. А ты уже как раз сможешь все здесь понять. Посмотрите, что мы сейчас обнаружили, читая эту книгу. У нас на каждом листочке есть такие потайные ходы, и здесь выдвигаются различные картинки. Очень здорово придумали. Я бы, наверное, сразу не заметила, если бы не увидела здесь какие-то небольшие отверстия. Видишь? Вижу, вижу, зайка. И внимательный сынуля теперь нашел еще и сбоку такие потайные отверстия. На каждом листе, а не со всех сторон. Краб! Ой, и листик. Это, наверное, какая-то погремушка. Сейчас посмотрим. Прорезыватель, но в принципе его можно использовать так же, как и погремушку, если вращать и вертеть ее. Как обычно, все высокого качества, без различного вредного состава. И последняя у нас погремушка, деревянная машинка, такая интересная, как раз для деток, которые только-только начинают интересоваться окружающим миром. Очень яркая, она стучит, гремит, катается. Вот, в общем, так сегодня нас порадовал Icebox своими коробочками. Спасибо большое. И увидимся с вами в следующих видео. А сейчас будет видео коробки Олежки за июнь месяц. Привет! Привет! Давай, открывай нашу коробочку очередную. Что нам в этот раз Icebox приготовил? Коробка под названием «Вкусное лето». Ой. Политолка. Прикольно. Что там еще у нас? От Lalum Baby средства 3 в 1. Мусс-пенка для мягкого очищения от 0 до 7 лет. Все органическое, с натуральным составом. Веселая термосумка. Можно сложить сюда различные столовые приборы, что-то с собой покушать и взять с собой на природу на ланч. Экологичный стиральный порошок BioMio. Я не пробовала еще этой фирмы.
Как здесь пишут, хороший состав, безопасный и для машины, и ручной стирки можно использовать. Книжка «Ешьте это, а не то» помогает нам выбрать правильные продукты в супермаркете. Как выбрать пищевые продукты, на что при этом обратить внимание, информация от диетологов, специалистов по питанию, рецепты здоровой пищи. Кроме того, авторы дают ряд рекомендаций, как удачно избежать спонтанных приобретений, не податься на хитрости профессионалов, маркетологов, что позволит экономить немало финансовых средств, посещая супермаркет. Очень интересненько, надо будет почитать. Классный набор для творчества пекарня. Можно печь различные пироги, творожки, тортики и все что угодно. Мы очень любим всякие конструкторы, лего и все такое интересное. Ну что, зайчонок, давай попрощаемся, а мы с тобой будем играть в игрушки. Пока-пока.